сижу на лекции. У меня эрекция. Хуем парту поднимаю. Ничего не понимаю. Почему? Вась, твоя струйка журчит, а моя нет. Обидно. А это потому, Петя, что ты мне ссышь на брюки, а я тебе на ботинки. Дом построим у реки. А там посадим конопли. Будем в карты там играть. Героином торговать. Будем нюхать и курить. Офигенно будем жить. Привет! Привет! Как дела? Нормально. Слушай, давай я тебе перезвоню, а то здесь какой-то придурок со мной разговаривает. Извините, а у вас случайно бумажки не найдется? Бумажки нет. Могу предложить карандаш. Наш петух. Я зашел, всем сказал встать! Теперь я ваш новый петух!